государственно-частное партнерство. Сейчас по уровню развития этого института мы занимаем 72 место. Это ненормально и неприемлемо. Лишь недавно дело сдвинулось с мертвой точки. Одобряю и поддерживаю как само концессионное соглашение о строительстве 4 мусороперерабатывающих заводов, так и особенно намерение сдвинуть сроки его реализации с 2018 года на 2016. Но это лишь маленькая толика возможного. Давайте будем думать над этим.